от радуги ТВ, от радуги ТВ. Елена Нисантова, всем привет! С вами снова я, Елена Нисантова, и это мой канал Радуга ТВ. Сегодня в этом видео я вам расскажу о том, что же я купила в Милане. Да, видео расскажу повторять. Я ездила в Италию, и мы были там в городе Милане, и мы ходили на шопинг в Милан. И что же я там купила, сейчас я вам расскажу. Какой же вы пакетик выбираете? В одном пакетике находится одно, а в другом другое. И вот в этом пакетике находится еще одна вещь, которая не из этого магазина. Ну, давайте начнем, наверное. Ну, давайте с этого. Это магазин Снор. Мы купили там набор теней. Распаковка плюс обзор будет в конце этого видео. И за то, что я это купила, мне подарили эти наушники. Нет. Я тоже на них делаю обзор в конце этого видео. Еще в одном магазине, оно, по-моему, называется Zera или Zora. Мне купили эту юбку, и также мне купили пуховик. Я его покажу в конце видео. Вот такая юбка, она мне показалась школьной. Я люблю все школьные вещи. А еще вот в этом магазине. Он называется Du Pare Mene. Какое-то непонятное название, но он детский. Мне купили эту кофту с высоким горлом, и под эту кофту мне купили розовые джинсы такого же цвета, как кофта. А сейчас встречаем примерку и обзор. Давай я начнем с того, что я вам не показала. Это мой пуховик. Он ярко-желтого цвета, и он на мне идеальный. Юбка на мне тоже очень хорошо сидит. Она, мне кажется, как школьная. А когда мы заглянем вниз, то тут белая ткань. И она немножечко тянется. И очень сочетается кофта с брюками. Мне так кажется. Кофта очень удобная, и она, ну точнее, у ее горла может загибаться горлышко. А у штанов есть пуговка, она расстегивается, и молния. У них еще есть карманы. А сейчас обзор на вот эту, на вот эти тени в одной коробке. Давайте же его вкроем. Тут тарелочки, две бумажки. Она черная. Тут показывают всякую помаду, тени от этой торговой марки косметика. И тут показана инструкция. Тут по-русски не написано. Так, ну давайте же откроем нашу косметику. У нее очень красивый этот, крышечка, таким, как бы, типа мягкая. Ну, она не мягкая. Было две штуки их, розовая и голубая. Я выбрала голубую, потому что больше подходит цвета голубых. Тут еще имеется похожая помада и зеркальце. Давайте же посмотрим поподробнее, какие тут есть цвета. Вот, тут это даже помада тут есть. Только я не пользовалась, нечаянно тронула сейчас. Вот какие тут есть красивые цвета. Я давно мечтала о таком наборе. И, кстати, тут есть еще кисточка, которой нужно наносить
что-либо тут, даже есть бред для губ. Вот. На этом все. С вами была Лена Нифон, ТВ, мой канал. Раз. Ребятки, что вы? Еще не пока. Я просто пошутила. А как же наши наушники, которые мне подарили за это? За то, что я купила. Сейчас я их распакую. Вот. Они вот такие. Они маленькие. И если у вас очень маленькая голова, то они налезут. Но их нужно носить вот так. Ну ладно, на этом все. С вами была Лена Нифонтова, мой канал Радуга ТВ.